Мне нравится такой Honor 10 Lite, и давай смотрим, как она работает. Honor 10 Lite — это внутрь капелька, всего 13 тысяч рублей. Это экран похож на защитными стеклами или 3D стеклами. Но мне нравится только Android 9, обычная база в настройках. Мне кажется, что свой телефон появился только Android 9, но и обновленные модели все больше нравятся. EMUI 9.1 – это будет база для нового Honor. Превращайте в новую камеру. Это новая AI-камера. Камера с искусственным интеллектом. Проверю программу камера, что, как она работает. Я забыл открывать камеру. Попросим Google открыть камеру. Открой камеру. Запуск приложения. Вот это у меня камера с искусственным интеллектом. Это, похоже, свой флагман выбирают как бюджетными. Искусственный интеллект. Но работает просто включено на базе ИИ. Просто формат 4:3. Звук и таймер. Потом сделать селфи, потом улыбка. Появилась аудиоконтроль. Honor 10 Lite, кажется, можно управлять как Xiaomi. Для камеры лучше, чем в сравнении с Redmi Note 7 Pro. А лучше, чем Xiaomi Mi 9T. Я могу означать или, может, поговорить. А, прямо сейчас я его возьму. Вот, ребята, размер Honor 10 Lite 7,2. Это будет сантиметр. А сторона был 15,2. Получите такой чехол для Honor 10 Lite. Вы получите идеальный экран. Помериваем. Мне нравится померивать чехол. Но, похоже, это у меня для Honor есть такой чехол. Силиконовый с размером. Получи новыми получениями. Это просто выбирается Honor. А у меня просто настройки. Может, померивать чехлы? Сами хотите. Я чехол выбираю. А у меня тёть Катин телефон подарили. Как похоже, металл или пластик. На телефоне Honor есть NFC или нет? Посмотрим проверка звука на Honor 10 Lite. Вот звук проверял, а теперь уведомления. Для Honor мне нравится такой экран, а звук может проверять с боковым динамиком. Проверим экран с вот такой стороной. Мне нравится экран 19:9, в котором можно работать на Honor. Например, проверим. У меня старый переход. Вот полный режим. У меня старые рамки. Поменяю на новый. 19:9. Мне нравится такой экран, а Honor 10 Lite, я его люблю. Внутрь у меня экран. Так мощный Honor 10 Lite работает везде. Что вы можете управляться? В нем есть сканер отпечатка пальцев, все, в котором можно разблокировать, как похоже, в меню настройки. Есть функции NFC, Huawei Beam и Huawei Share. Также можно восстановлять для телефонов. Вот у тебя есть разблокировка по лицу, но я могу означать, что экранами Honor... Но вообще не рекомендую. Для проверки может повторять для телефонами. Мне нравится капелька в экране 19:9, 6,21 дюйм. Это самый большой, похоже на BQ 6040L Magic. Мне нравится только мощная модель. Покупайте Honor 10 Lite за 13 тысяч рублей. Друзья, всем пока-пока.